Наверняка вы знаете, что значит день сурка. Это когда каждый новый день неотличим от предыдущего. Так и живут герои нашего сюжета – бездомные Бреста. Зачастую им негде помыться и переночевать. Но благодаря православной службе милосердия и неравнодушным людям, ежедневно на протяжении многих лет они получают горячую еду. Спасибо Господу, что нашлись такие люди, которые от Его имени нас кормят. Люди относятся хорошо, вот помогают. Церковь одна, церковь другая помогает. Я стараюсь заработать. Работаю, ну, неофициально, правда. Так получилось, что я по своим делам, ну, сел в тюрьму и остался без квартиры. Родители умерли. Вот так вот. Потерял все документы. Ну, как потерял? Я оставил на цветах, а там убирали, ну, прилавки. И кто-то забрал, ну, сумку с моими документами. То есть я не могу восстановить документы. Каждого из них привели на улицу разные обстоятельства. Самые частые из озвученных – развод и судимость. С годами такая жизнь уже вошла в привычку. И большинство из них, даже если хотели бы что-то изменить, не верят в то, что это возможно. Днем на вокзале, если не выгоняют... А ночью в подъезде, ну, поздненько, после 10, ну, тогда люди перестают ходить. Зашли тихонечко, легли, выспались часов 6, поднялись. На что надеетесь? Вот. Какая надежда? Мне уже 63 года. Я уже получаю пенсию. Так что, хоть я и без крыши над головой, но перспективы не такие уже и пакостные. Ну, конечно, бы хотелось бы хорошей жизни. Я живу там в сарае, но его спалили. Вот сейчас, на данный момент, живу тоже в сарае, но только в другом районе. Однако и здесь случаются доказательства того, что ничего невозможного нет. Человеку иногда достаточно лишь по-настоящему захотеть измениться и просто принять помощь неравнодушных людей. Может быть, кто-то может помочь ему вырваться. Этот надо только, если он сам так захочет. А хотят они? Как? Смотря кто. Но бывают такие случаи? Бывают. Ну вот, а расскажите. Ходили по балам, воду. Спали на крышах, сейчас уехали в горный, специальный этот дом, специальный этот, мужской дом этот. И там я сколько их встречаю, и говорят, что очень хорошо там. Остались там? Остались, живут, довольны, и даже не узнаю их. То есть поменялись, да? Никто не знает, как сложится его жизнь, поэтому не стоит осуждать этих людей. Ведь каждый из нас, где бы и каким бы он ни был, нуждается в милосердии и сострадании. И именно это делает нас людьми.